Как зовут? Федя, меня зовут Федя. Федя. Федор, красивый город, Хабаровск. Хабаровск, красивый город. В промзоне. Что такое промзона, не знаю. Ну, это, короче, нормальная тема. Идите нахуй! Извините, что матерюсь, пожалуйста, не всех нахуй. Погодин, иди нахуй. Короче, что делаем? Берем в ту сторону, сигаем, правильно? Да. Все, отталкиваемся. Руки расправляем, руки вот так, правильно? Да. Я вот тут не зацеплюсь, ничего. Должен, смотри. Рука длинная, могу зацепиться. Фу. Ой, скажите что-нибудь. Что-нибудь. Все будет хорошо. Да, блядь, нормальное что-нибудь. Нормальное что-нибудь. Что-то не так пойдет. Блядь, что ты за человек за такой? Что я тебе сказал? Ха! Да. Что, посчитал? Сейчас. А только я руку не чувствую. Сейчас. Ты же Мишка. Если бы мишки были пчелами, то они бы ни по чем никогда б и не подумали. Не подумали, но Сережа нас пригласил. Так, фу. Если б мишки были пчелами, то они бы ни по чем никогда б и не подумали так высоко строить. Ёбаный в рот! Мать моя женщина! Погодин! Видал чего? Погодин! Фу, Погодин, черт! Ой, ёбаный в рот! А вы боялись. Даже юбка не помялась. Оп! Опа! Оу! О, опа! Погодин! На! Да-да! Все, дайте руку мне! Руку дай! Эй, кусты, отстань! Ау! Ой, блядь! Ой, держи меня! Ну-ка, посмотри-ка на меня. Тут я.